Инвестиционный потенциал Химок растет. Сегодня городской округ занимает лидирующие позиции среди муниципалитетов Подмосковья в рейтинге предпринимательского климата. Статистика опубликована Министерством инвестиций и инноваций Московской области в конце лета. Например, эта сеть медицинских центров в Химках – успешный представитель малого бизнеса. 7 лет назад жительница городского округа, мама и предприниматель Олеся Струженцова открыла детский медцентр в Новых Химках. Спрос на услуги, деловая репутация и профессионализм врачей позволили открыть следом еще один новый филиал. Расширили спектр услуг, центр стал семейным. У нас есть тенденция к росту, и какие-то льготы есть. И вот мы, например, участвуем в программе «Вместе». Это социальная программа города Химки, где мы делаем скидки многодетным, пенсионерам, участникам войны. Соответственно, мы поддерживаем город Химки, а город Химки поддерживает нас. Поддержка и поиск новых мест, где химкинским бизнесменам было бы удобно и комфортно работать. Сегодня администрация округа взялась за развитие северо-западной промышленной зоны. Об этом сообщили на оперативном городском совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Это тот блок, который действительно может вырасти, потенциал несколько миллионов квадратных метров строительства. Для того, чтобы подойти к этой теме, необходимо построить внутриквартальные дороги. Значит, это вопрос такой, скажем, не 2019 года. Но для того, чтобы делать проект планировки, нам необходимо провести инвентаризацию. Сейчас для нового промышленного кластера в городском округе рассматривают около 400 земельных участков. Развитие северо-западной промзоны также поможет создать 28 тысяч новых рабочих мест в Химках.